такая домашняя песня. А следующая песня, она тоже домашняя, написана специально к 8 марта. Этот праздник до сих пор еще как бы, до сих пор очень многие не отошли от него. Они еще находятся в том состоянии. Вот, как-то такое. А я готовился и написал песню. Она получилась такая профессорско-студенческая, философская такая песня. Женщина – семейное существо.